Наталья Фриски решилась на откровенный разговор о жизни своей покойной сестры Жанны. Она пришла в студию шоу «Секрет на миллион» на НТВ, где рассказала о том, как певица мужественно боролась с онкологией ради своего сына Платона, и о том, кто на самом деле был ее самой большой любовью. Наталья поделилась секретом. Исполнительница до конца жизни хранила память о своем бывшем возлюбленном. Их отношения начали развиваться еще до того, как Жанна стала звездой блестящих и задолго до ее знакомства с Дмитрием Шепелевым. Она еще до блестящих была с ним. Она очень сильно его любила. Вспомнила Наталья. Имя мужчины, который мог бы стать идеальным мужем певицы, зрители узнают в ближайшую субботу, когда выпуск шоу будет показан в эфире полностью. Уже известно, что в интервью Фриски затронет больную тему для ее семьи. Речь идет о скандале с Шепелевым из-за Платона. Члены семьи артистки утверждают, что Дмитрий якобы из мести не дает им видеться с мальчиком. Якобы он прячет ребенка и скрывает место его жительства. Шепелев же настаивает, что родственники Платона сами отказываются от общения, выдвигая неадекватные требования. Он напомнил, что по решению суда у них есть право встречаться с мальчиком дважды в месяц, но они им принципиально не пользуются. На эти свидания они не приходят, но зато приходят на ток-шоу, жалуется Дмитрий. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!